Новоуренгойская спортсменка привезла золото региональных соревнований. Она выступила на открытом турнире по боксу среди женщин, девушек и юниорок Северной Амазонки. Он состоялся в Мегионе и собрал участниц из Тюменской и Омской областей, Ямала и Югры. Отмечу, воспитанница спортивной школы имени Константина Еременко Ангелина Ядвига начала заниматься боксом в сентябре 2018 года. Своими спортивными успехами она поделилась с Марией Федорчук. Заниматься боксом Ангелина Ядвига начала в сентябре 2018 года. Открытый турнир в Мегионе стал третьим серьезным испытанием для начинающей спортсменки. На ринге она показала все свое мастерство. Там ей пришлось встретиться с теми, кто в спорте уже 4 года, а за их спиной более 40 боев. Я провела 2 боя. В первом бою я выиграла в первом раунде с 2 нокдаунами. Вот. Ну, конечно, могу сказать, то, что первый бой был как бы полегче. Вот. Безусловно, я довольна результатом. Ну, я на самом деле чуть сомневалась, но благодаря своему тренеру у меня все получилось. Его поддержка, безусловно, это просто выше, что я могла получить, так сказать. Тренер по боксу Максим Кучерюк всегда занимался только с мальчиками. Сейчас он вспоминает, как полгода назад к нему в группу впервые пришла девочка. Взять ее под свою опеку решился не сразу, когда заметил старания Ангелины и ее стремление учиться не женскому виду спорта, сомнений не осталось. С девочками немножко другая работа, психология другая, то есть немножко сложнее, как я уже понял. На самом деле, как бы, ну, с пацанами как бы немножко попроще. Я с ней сразу обговорил, что подходить, понятно, что мягче, но то есть, если на пацана, допустим, можно как-то прикрикнуть там пожестче, то с ними надо немножко по-другому. То есть будешь кричать, тут все наоборот, противоположная сторона. Ангелина – единственная девочка в группе, поэтому на тренировках в ринг она выходит с более сильными спортсменами. Возможно, именно это заставляет ее выкладываться на полную и уже сейчас достигать хороших результатов. Готово, давай на передней ручке и с правой заряжай, и серию. Одна серия, вторая, и перемещайся все время вправо, влево, защитными действиями. Вперед. Дыши, двигайся. Ежедневные непрерывные тренировки и желание побеждать сделали свое дело. На соревнованиях Ангелина сразилась с призером УРФО и победила соперницу. Это отличный результат. Я просто хотела пробовать себя в этой сфере. Вот, и как-то затянуло, что хочу уже достигнуть вершин высот, каких только можно. Соревнования только завершились, но отдыхать не время. Ангелина продолжает тренироваться и готовится к следующим испытаниям. Мария Федорчук, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».